Итак, Bitcore Capital – новая платформа, новая компания, где вы можете создать для себя несколько видов из дополнительных или основных источников дохода. Это пассивный источник дохода и активный источник дохода. И, соответственно, Bitcore Capital – это финансовая платформа, где мы распределяем инвестиции, зарабатываем на этом и, соответственно, средствами также распределяются нашим партнерам и нашим инвесторам. Мы инвестируем в блокчейн-технологии, мы инвестируем в цифровые активы, IT-компании и в недвижимость. Мы сами, так сказать, из технологичного сектора, мы сами являемся разработчиками, и все наши продукты, соответственно, разрабатываются именно в этой, в основном в этой сфере. И, конечно же, мы знаем в этом направлении, то есть все интересные, так сказать, движения, да, то есть куда идет развитие, и, соответственно, делаем тоже продукты, основываясь на на наших, так сказать, успешных проектах. И в ближайшее время мы уже запускаем несколько проектов. Bitcore Capital – это первая платформа, с которой мы стартуем, и также будут дополнительно другие продукты, которые вы также узнаете в ходе нашей сегодняшней презентации. И у каждой крупной компании всегда, конечно, есть своя идеология, своя миссия, и, конечно, это есть и у нас. И создавая наши продукты, мы основывались на нескольких, так сказать, основных концепциях. Первое – это создать лучшие условия для работы и жизни в цифровом пространстве. Это предоставить, так сказать, возможность каждому партнеру, каждому инвестору использовать свой личный ноутбук или там смартфон и, соответственно, использовать его для зарабатывания средств. Второе – это придание реальной ценности цифровым активам. Сегодня в мире существует достаточно много различных цифровых активов, различных токенов, различных криптовалют, и за совсем немногими, да, монетами стоит какой-то действительно продукт, который нужен людям, и этот продукт несет с собой реальную ценность. То есть в основном все монеты спекулятивные, и как бы это есть тоже определенные высокие риски. Мы же в компании с самого начала всегда говорили о том, что мы создаем наши цифровые активы, и каждый цифровой актив, конечно, он будет обеспечен реальным продуктом. И мы, создавая эти продукты, соответственно, увеличиваем, так сказать, возможности для роста нашего цифрового актива. Третье – это создание собственной экосистемы для общего блага. И компания, создавая продукты, конечно, мы создаем еще и сообщество. И, соответственно, сообщество и компания здесь действуют в едином, так сказать, в едином формате, и за счет этого выигрывают обе стороны. Четвертое – это получение пассивного дохода с минимальными рисками и высокой доходностью. То есть мы распределяем средства таким образом, чтобы минимизировать риски и при этом получать высокую доходность. При том, что наши продукты, они также являются, как бы, высоко, так сказать, маржинальными продуктами, и за счет этого тоже снимаются, минимизируются риски, и, соответственно, ваши средства более надежно защищены. И пятое – это возможность для каждого человека инвестировать в цифровые активы легко и просто. Мы создаем, опять же, продукты, где все интуитивно понятно. Например, зайдя на следующей неделе уже в личный кабинет Bitcore Capital, вы все поймете, все очень доступно, все интуитивно понятно, и, соответственно, каждый человек может с этим справиться. И, конечно, это чем больше людей смогут пользоваться нашим продуктом, тем, соответственно, это будет становиться все более популярным. И что же такое вот экосистема Bitcore, что за ней стоит? Мы создаем ряд продуктов, и ядром, наверное, всей экосистемы как раз является платформа Bitcore Capital, потому что здесь мы как раз взаимодействуем с сообществом, здесь мы привлекаем инвесторов, партнеров, реальный бизнес,
клиентов, да, и в этом случае каждый взаимодействует с какой-то платформой, либо, соответственно, с друг с другом, получает определенные выгоды. И, конечно, сообщество в этом случае имеет одну определяющую главную роль, потому что за счет сообщества всегда то есть развиваются продукты. Любые проекты, любые продукты развиваются, еще раз повторюсь, в основном за счет сообщества. И следующие продукты, которые будут запускаться уже до конца 2021 года, это полноценная криптовалютная биржа Bitcoin Exchange с рядом, опять же, возможностей для инвестирования, для создания пассивного дохода. Дальше следующим продуктом будет также запускаться marketplace товаров и услуг Bitcoin Store. И на этой платформе вы можете приобретать товары и услуги, и часть вы оплачивать можете средствами, а часть токенами. И, конечно, это очень выгодно, потому что вы можете, опять же, покупку, да, либо приобрести какую-то услугу более выгодно. И с другой стороны, бизнес тоже, приходя на нашу платформу, может знакомиться с новым направлением, с токенизацией, и опять же искать для себя новые возможности для развития своего бизнеса. И еще одна платформа – это Bitcoin Pay, платежная система, которая будет взаимодействовать, соответственно, со всеми продуктами. И в этом случае все средства из фиата в криптовалюту и обратно, соответственно, будут проходить тоже через нашу платежную систему. Таким образом, еще раз, да, объединяя наши продукты, объединяя наше сообщество, мы как раз создаем определенную ценность, и ценность, в первую очередь, продуктам, цифровым активам, и за счет этого, конечно, минимизируем риски от, соответственно, инвестиций. На платформе Bitcoin Capital будет возможность, как я уже сказал, пассивного заработка и активного заработка. Доступно будет, например, на пассивном заработке два разных направления. То есть это пассивный доход от депозита. То есть вы получаете в этом случае доход в долларах, инвестируете в долларах и получаете доход в долларах. Максимальная доходность по каждому депозиту будет составлять максимально 250%, после чего нужно будет сделать реинвест, либо там вы можете, соответственно, открывать несколько текущих депозитов. Второе направление – это стейкинг. Стейкинг в нашем токене, токен Bitcoin, сокращенно BTCC. И здесь вы тоже можете зарабатывать от 0,5% до 1,5% в сутки, но при этом стейкинг может быть более выгодным, чем депозит, потому что стоимость токена, конечно, тоже растет. Если сейчас вы, к примеру, можете его приобрести за 4-6 долларов, да, то, например, через какое-то время вы поставили на стейкинг, вы заработали к своему, так сказать, телу еще 100%, стоимость токена выросла, например, до 10 долларов, и вы тем самым, конечно, еще больше увеличили свой пассивный доход. И также на платформе Bitcoin Capital присутствует партнерская программа, и вы можете развивать, соответственно, наш продукт, развивать свою структуру и зарабатывать еще и на партнерской программе, и на маркетинге. И то, что мы очень ждем, то, что мы планируем сделать в первую очередь, это страхование ваших депозитов. То есть для чего это делается? Да? Сегодня очень много, так сказать, на пространстве в интернете инвестиционных различных направлений, продуктов, проектов, которые как бы открываются и со временем закрываются, да, то есть и в этом случае инвесторы, к сожалению, теряют свои средства. И для нас было очень важным создать, то есть тот ресурс, тот продукт, чтобы средства наших инвесторов, они, соответственно, были защищены. И сейчас ведется несколько переговоров с различными страховыми компаниями,
И через эти страховые компании мы сможем страховать ваши депозиты и вводить, соответственно, вас в безубыток. То есть, страхуя свой депозит, вы 100% можете быть уверены, что ваши средства будут защищены. То есть, те средства, которые вы инвестировали. Мы, конечно, уже не говорим о какой-то там доходности 250%, а именно те средства, которые вы внесли, соответственно, они должны 100% вам вернуться. Первое – это как раз будет страхование через страховую компанию. И вторая возможность будет страхование через фонд недвижимости. И фонд недвижимости – это платформа и фонд недвижимости – это еще один из наших очень больших продуктов. Сегодня также ведутся, то есть множество переговоров с различными девелоперами, владельцами земли. И действительно, наша концепция, она очень интересна, и как бы многие хотят ей воспользоваться. И вот за счет вот этого фонда, за счет фонда недвижимости как раз тоже может частично происходить страхование, соответственно, депозитов. Но об этом мы уже будем говорить более подробно, когда продукт будет, так сказать, доступным. И сегодня только вкратце анонс того, что это действительно будет. И также еще раз, да, мы говорим о партнерской программе. У нас доступно 4 различных бонуса, то есть к пассивному доходу еще 4 бонуса за активную работу. Это бонус от лично приглашенных, это бинарный бонус, лидерский бонус и квалификационный бонус. Для того, чтобы участвовать в партнерской программе, вам нужно приобрести один из перечисленных здесь депозитов. То есть каждый депозит, он дает возможность заработка по бинарному бонусу от 5 до 10% и, соответственно, также по лидерскому бонусу. Об этом сейчас также поделюсь дальше в презентации. Первый депозит на $50, который вы видите, он не входит в основной маркетинг, то есть он не распределяется по маркетингу. Этот депозит доступен только для того, чтобы вы могли использовать возможности для стейкинга. То есть если вы, ваша стратегия именно в стейкинге, то есть пассивный доход на монете, то вы приобретаете минимальный депозит за $50 и размещаете свои монеты на стейкинг. А если же вы, соответственно, хотите получать доход в USD, то вы выбираете один из депозитов, начиная от $150. И партнерская программа как раз включается с депозита от $150. Еще раз повторюсь, что максимальная прибыль по депозиту будет составлять 250%. И для примера, если мы рассмотрим, у вас депозит на $500, вам каждый день начисляется в среднем от 0,5 до 1,8% пассивного дохода. И в итоге, когда у вас будет начислено $1250, вам будет предложено, соответственно, депозит обновить. Поэтому вы каждый раз можете обновлять депозит, либо параллельно докупать еще другие депозиты. И каждый из них будет работать отдельно до максимум 250%. И переходя уже к партнерской программе, к активному виду заработка, первый бонус – это личный бонус. Это бонус от вашей, так сказать, от вашей сети. Как только в вашей структуре любой партнер или инвестор приобрел какой-либо депозит, то вы получаете моментально с первого уровня 3% от их депозита, со второго 2% и с третьего 1%. И личный бонус начисляется вам моментально на ваш кошелек и сразу же доступен к выводу. Второй вид бонуса – это бинарный бонус. И для того, чтобы активировать бинарный бонус, у вас у самих должно быть активирован депозит минимум на $150. И второе условие – вы должны зарегистрировать 2 лично приглашенных партнеров и с каждой с депозитом минимум на $150. При этом один партнер у вас обязательно должен быть зарегистрирован в левой команде, а второй партнер в правой команде. Только после этого открываются, соответственно, возможности получения бинарного бонуса. Бинарный бонус также начисляется и выплачивается ежедневно.
начисляется бинарный бонус от товарооборота меньшей команды. Соответственно, если в одной команде у вас оборот, к примеру, $1000, а в другой команде $500 прошел за сутки, да, то вы получаете в зависимости от вашего депозита от 5 до 10% товарооборота именно малой команды. И есть еще одно очень интересное условие бинарного бонуса, то, что совокупный как бы доход может составлять от 400 до 1000%. Это сделано для того, чтобы, соответственно, система была более устойчивой, так как мы совместили маркетинг и пассивный доход. В этом смысле как бы очень много рисков, да, и, соответственно, доход по бинарному бонусу, по маркетингу таким образом он ограничивается, и если вы дальше хотите продолжить зарабатывать, то вы просто также покупаете новый депозит и, соответственно, вы то есть начинаете зарабатывать дальше. И вот на этом слайде как раз видно, да, сколько процентов и какая зависимость депозита по как раз бинарному бонусу. К примеру, если у вас депозит на $10,000, то вы уже получаете по бинарному бонусу 7% от товарооборота малой команды, и максимально по этому бонусу вы будете получать до 600%. То есть как только 600% совокупно израсходуется, соответственно, вам будет предложено создать как бы новый депозит. На этом слайде вы видите пример распределения бинарного бонуса. Как я уже сказал, у вас минимум должен быть депозит на $150, одного партнера вправо, одного влево, также на $150. И две команды формируют определенный товарооборот, и вы получаете с меньшей команды. В этом случае, на этом слайде, это левая команда, где товарооборот составляет $450. Следующий вид бонуса – это лидерский бонус. Лидерский бонус выплачивается вам от дохода ваших партнеров. То есть как только ваш партнер получил свой личный бинарный бонус, вы с его бинарного бонуса получаете тоже процент. Лидерский бонус распределяется на 6 уровней в глубину. И с первого, второго уровня вы получаете 3% от бинарного бонуса ваших партнеров. А для того, чтобы активировать первый, второй уровень, у вас должен быть в первом случае у самих лично депозит на $500 и два лично приглашенных партнера на $500. Для открытия второго уровня ваш депозит должен составлять $1500 и также два лично приглашенных партнера. Дальше, для того, чтобы открыть третий уровень, четвертый уровень по 2%, ваш депозит должен составлять $3000, для четвертого уровня $6000, и, соответственно, такие же условия, два лично приглашенных партнера с аналогичными депозитами. И максимально пятый, шестой уровень по 1%, в этом случае для активации пятого уровня ваш депозит составляет $10000, и также два лично приглашенных с аналогичными депозитами. И шестой уровень – это депозит стоимостью $25000. Бонус начисляется и выплачивается также ежедневно, как только проходит бинарный бонус ваших партнеров, и распределяется на 6 уровней в глубину. Вот. И завершающий бонус – это единоразовый бонус, это начисляется вам за вашу квалификацию и карьерный рост. Например, если у вас депозит $150, товарооборот в вашей меньшей команде прошло на $25000, вы сразу единоразово получаете $500 бонус дополнительный. И увеличивая свой товарооборот в меньшей, соответственно, команде, будет увеличиваться также и ваш бонус. К примеру, то есть вы, например, дошли уже до третьей квалификации, в этом случае ваш депозит составляет $1500, товарооборот в малой команде $150000, в этом случае вы получаете $3000 еще дополнительно бонусом. И так дальше, да, то есть чем больше товарооборот, тем больше будет составлять ваш бонус.
Причем товарооборот, он накопительный, здесь он не обнуляется, вы, соответственно, работаете в своем режиме и двигаетесь постепенно по карьерной лестнице, да, и вы в любом случае придете к тому, что получите определенный бонус за вашу работу. То есть, еще раз повторюсь, здесь именно накопительный эффект. Дальше. Есть определенные условия ввода и вывода средств на платформу Bitcore Capital. Ввести средства вы можете через криптовалюту Bitcoin, Ethereum, через USDT таких сетей, как Ether, ERC-20, Tron, ERC-20 и Binance Smart Chain, да, там Web20 и также Perfect Money. Для вывода будут доступны тоже USDT тех же сетей, да, TRC, ERC-20 и Web20 и, конечно, Perfect Money. Минимальная сумма для вывода будет составлять $50. Комиссия за вывод от 3 до 10% в зависимости от платежной системы. Когда мы, соответственно, добавим уже нашу собственную платежную систему Bitcore Pay, то комиссия будет очень, как бы, значительно уменьшена. Комиссия за ввод составляет 2% вне зависимости от платежной системы, а вывод доступен по регламенту от 3 до 72 часов. Это по активным видам заработка, по депозиту, то есть выплата будет составлять один раз в 10 дней. По стейкингу, то есть токены можно будет выводить тоже в определенный период. И еще есть одно ограничение, то что максимальный вывод будет зависеть от вашего депозита. Например, если ваш депозит составляет $3000, то вы можете в неделю вывести не более $3000. И, к примеру, когда ваш доход уже в неделю будет составлять $5-10 тысяч, соответственно, вам нужно будет увеличить ваш депозит и, соответственно, тем самым вы увеличиваете возможность для вывода. Соответственно, каждый раз увеличивая свой депозит, начиная там от $150-500, увеличивая, вы, во-первых, увеличиваете возможность для заработка и, конечно, возможности для вывода. И мы еще, так сказать, приоткроем небольшую, тайну, да, то есть о том, мы об этом говорили, что компания планирует переход именно в закрытый инвестиционный фонд. То есть сегодня мы только стартуем, сегодня мы только набираем, так сказать, обороты, развиваемся, да, и мы, соответственно, берем на себя определенные риски тоже на компанию и выплачивают достаточно высокий процент там по депозиту, да, то есть это до 20% в месяц по депозиту и до 45% в месяц на стейкинге. И это предложение, оно будет действовать до 31 декабря 2021 года. Дальше будет подключаться уже второй этап, то есть снижаться депозит, процент по депозиту. В этом случае будет составлять 10% в месяц максимально и по стейкингу до 25%. Второй этап будет рассчитан как раз на весь 2022 год. И уже по завершению 2022 года третий этап, то есть неизменный процент, то есть который будет всегда 5% по депозиту и стейкинг закрывается. То есть для кого-то, наверное, это немного, так сказать, печальные новости, да, но мы делаем наш продукт, чтобы он был максимально устойчив и чтобы мы могли работать и рассматривать нашу компанию на 3, на 5, на 10 лет, да, чтобы мы здесь все работали, все зарабатывали и, соответственно, создавали для себя источник дохода. Но забегая также вперед, то есть если мы уменьшаем депозит, то также будет возможность, мы сейчас думаем над тем, чтобы внедрить на платформу, кроме пассивного источника дохода какой-либо продукт. И, соответственно, на этом продукте можно будет тоже очень хорошо зарабатывать. На этом продукте будет, наверное, большие выплаты по маркетингу.
И, соответственно, это будет еще одной большой возможностью для того, чтобы вы зарабатывали с учетом, соответственно, всех наших продуктов и, конечно же, платформы Bitcore Capital. Вот. И в завершении нашей презентации по платформе Bitcore Capital хочется сказать, конечно, что мы стартуем, мы начинаем наше развитие, и у вас есть выбор идти вместе с нами и начинать зарабатывать вместе с компанией Bitcore Capital.